Два часа до нового рекорда. Около 30 кондитеров заняты изготовлением рекордного пирожного брауни. Мастера разбиты на три группы, у каждой своя задача. Идея сделать длинное пирожное принадлежит кондитеру Луизе Цицкиевой. Девушка все контролирует и сама лично участвует в процессе. Мы собираем брауни. Я хочу, чтобы этот десерт он был известен. Там шоколадный бисквит, крем-ганаш с орехами. А вот сейчас какой процесс? Это сборка. У нас мы уже раскладываем бисквиты. Кондитерам предстояло сделать более 200 частей пирожного, которые в дальнейшем станут единым целым. Первая группа укладывает части, вторая соединяет их слоем шоколада, третья занята украшением из фруктов. Пока процесс идет, публика за всем наблюдает и ждет финала. Сюда люди пришли семьями. В первую очередь важно, почему нашей республике подобные мероприятия, позитивные мероприятия, халяльные мероприятия, они поднимают престиж республики. Не только у нас в регионе имеется в виду, а помимо этого в других регионах всей страны в более масштабных таких объемах, скажем так. Готовы попробовать на вкус? Обязательно, для этого пришла, сами понимаете. Конечно, мероприятие очень интересное, и не только интересное, но и вкусное. Организаторам я желаю удачи. Брауни получается настолько большим, что даже не хватило двора. Организаторы сделали несколько поворотов пирожного, но это только украсило внешний вид. Третий день подряд Ингушетия бьет рекорды. Если предыдущие два оценят любители силовых видов спорта, то сегодняшний подарок для гурманов. Сейчас наши рекордсмены испекли более 50 метров пирожного и идут на рекорд. Ждем, когда можно продегустировать это кулинарное произведение. За процессом следит комиссия книги рекордов России, фиксирует, чтобы все проходило без нарушений. Ну вот последние части пирожного соединены и украшены. Рекорд есть, кондитеры принимают поздравления. Мы делали это с удовольствием. Как и ранее заявляла, я очень люблю эту работу, а мой коллектив меня в этом поддерживает. Спасибо им огромное, в первую очередь. Я счастлива, что этот день настал. Я очень боролась за этот день. Американский брауни ставит рекорд на ингушской земле. Все кондитерские приборы отложили в сторону, в ход пошли измерительные. Рулеткой длину пирожного лично измеряет главный редактор и основатель книги рекордов России. Учитывается каждый сантиметр. Размер пирожного известен, осталось измерить его вес. Для этого берут 2-метровых куска пирожного из разных мест и измеряют. Рекорд поставлен. Планировали сделать 124 метра, а получилось на 3,5 метра больше. Общая длина пирожного брауни составила 127,5 метра. Общий вес пирожного составил 1345,5 килограмма. Долгое ожидание зрителей наконец оправдано. Каждый желающий смог забрать свой кусок, а заодно и воочию увидеть историческое для республики событие. Муслим Ганиев, Акрамат Досхоев, Новости 24.